Здравствуйте! Мы уже знаем, что сумма внутренних углов треугольника равна 180 градусов. То есть, если этот угол равен А, этот Б, это С, то мы знаем, что А плюс Б плюс С равно 180 градусов. Но что, если у нас есть многоугольник, в котором больше трех сторон? Рассмотрим случай четырехстороннего многоугольника, четырехугольника. Я возьму для примера неправильный многоугольник, чтобы показать вам, что все, что мы здесь делаем, будет касаться любого четырехугольника, а не только того, у которого прямые углы и параллельные стороны. Нарисую стороны так, чтобы они не казались параллельными на рисунке. Итак, в случае четырехугольника можно пойти таким путем. Поскольку мы уже знаем, что сумма внутренних углов треугольника равна 180 градусов, то может стоит разделить четырехугольник на два треугольника? То есть, если мы из этой точки проведем линию, то разделим наш четырехугольник на два треугольника. И если этот угол равен А, этот Б, этот С, то мы знаем, что А плюс Б плюс С равно 180. А если этот угол равен Х, этот Y, а этот Z, это величина углов, да, то мы знаем, что Х плюс Y плюс Z равно 180. Если нам нужно найти сумму всех внутренних углов, то она будет равна b плюс z, это два внутренних угла этого многоугольника, плюс этот угол, который равен a плюс x плюс a плюс x. А плюс x – это весь этот угол, еще один внутренний угол четырехугольника. Да? Плюс этот угол, который равен c плюс y. Плюс c плюс y.

Думаю, вы заметили здесь основной принцип. Да, мы должны только выяснить, насколько не пересекающихся треугольников можно разбить данную фигуру, а затем просто умножить это количество треугольников на 180 градусов, так как сумма углов каждого треугольника равна 180. Давайте разберем еще один конкретный пример, а затем попробуем вывести общую формулу, которая содержит количество треугольников, на которые можно разбить многоугольник нарисую неправильный пятиугольник. И так вот одна сторона, вторая, третья, четвертая и пятая. Похож на домик, только вид сбоку. И опять же, этот пятиугольник можно разбить на треугольники. Вот один треугольник и вот еще два треугольника. То есть пятиугольник можно разбить на три не пересекающихся треугольника, которые полностью покрывают этот пятиугольник. Один треугольник, второй и третий. Мы знаем, что сумма углов каждого треугольника равна 180 градусов. А также знаем, что сумма всех внутренних углов треугольников равна сумме всех целых внутренних углов пятиугольника. Вы видите, что вот этот внутренний угол является одним из углов пятиугольника. Вот этот тоже. А если вы сложите вот этот угол и этот, то получите весь вот этот угол пятиугольника. Если сложить этот угол и этот, то также получите весь угол пятиугольника. Если сложить вот эти три угла, то получите весь вот этот внутренний угол пятиугольника. То есть если вы берете сумму всех внутренних углов этих треугольников, то вы найдете сумму всех внутренних углов пятиугольника. В этом случае у вас 1, 2, 3 треугольника. То есть 3 умножить на 180 равно чему? 300 плюс 240 равно 540. Значит 540 градусов. А теперь давайте запишем это в общем виде. И чтобы это сделать, нужно понять вот что. Чтобы в первом примере получить два треугольника, нам понадобилось четыре стороны. Все четыре стороны четырехугольника. Нам понадобилось бы 4 из пяти сторон пятиугольника, одна, вторая, третья, четвертая, чтобы получить два треугольника. И кажется, благодаря оставшейся пятой стороне можно получить еще один треугольник. Давайте теперь поэкспериментируем с шестиугольником. Я хочу только выяснить, насколько треугольников его можно разбить. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6 сторон. И я могу получить один треугольник из этих двух сторон. Вот, одна и вторая стороны шестиугольника. Стороны. Могу получить еще один треугольник из этих двух сторон шестиугольника. И похоже, что можно получить еще по треугольнику, включающему в себя каждую оставшуюся сторону шестиугольника. Один включающий эту сторону и другой включающий эту. Ну, в общем, предположим, у нас есть многоугольник, количество сторон которого равно s. Многоугольник, количество сторон которого равно s. Мы уже рассматривали случаи четырехстороннего многоугольника, пятистороннего и шестистороннего, поэтому можем предположить, что s больше четырех. Итак, предположим, у нас есть многоугольник, количество сторон которого равно s, и мы хотим выяснить, насколько не пересекающихся треугольников можно разбить этот многоугольник. И затем, чтобы найти сумму внутренних углов многоугольника, мне нужно только умножить количество этих треугольников на 180. Давайте найдем количество треугольников как функцию от количества сторон. Итак, повторю, понадобится 4 стороны, чтобы получить 2 треугольника. То есть вот две стороны и вот две стороны. Можно было бы нарисовать один треугольник. Я не буду говорить о том, что произойдет с остальными сторонами многоугольника. Можете себе представить, что мы приложили к ним лист черной бумаги, тем самым скрыв их. Здесь могли бы быть другие стороны, но я не хочу о них сейчас думать. Итак, из этих двух сторон я могу составить треугольник. Вот такой. Из этих двух сторон я могу составить треугольник. Значит, четыре стороны используется для двух треугольников. Безразлично, сколько еще сторон есть. Здесь уже использованы четыре стороны, но если бы кроме них было что-то вроде такой ерунды, давайте я нарисую получше. Так, чтобы кроме четырех сторон еще была вот такая вот ерунда, то похоже, что с каждой добавляющейся стороной появляется возможность получить еще один треугольник. Вот, один треугольник с этой стороны, один с этой, еще один с этой, один треугольник с этой стороны, еще один с этой. Вот эта фигура, которую я нарисовала, весьма неправильный многоугольник. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, это десятиугольник. И в этом десятиугольнике четыре стороны были использованы для двух треугольников. Так, так получилось два треугольника с использованием четырех сторон. И с использованием остальных шести сторон получилось по одному треугольнику. 1, 2, 3, 4, 5… Угу. проверю, правильно ли я посчитала количество сторон. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6… 7, 8, 9, 10. Что-то я упустила. О, вижу, я пропустила одну линию. Вот здесь, ведь это две разные стороны. Рисую недостающую линию. Тогда появится еще один треугольник. И в итоге получается вот эти два треугольника с использованием четырех сторон, а затем с использованием каждой из шести сторон получится один треугольник. То есть 2 плюс 6, и в итоге количество треугольников равно 8. И можно представить это в общем виде. С использованием четырех сторон мы получим два треугольника. Давайте это запишу. Итак, количество треугольников будет равно 2, и уже использованы 4 стороны. Значит, по одному треугольнику будет получаться с использованием одной оставшейся стороны. А количество оставшихся сторон равно s минус 4. Значит, количество треугольников будет равно 2 плюс s минус 4, что в свою очередь равно s минус 2. Итак, если у нас есть многоугольник, количество сторон которого равно s, то его можно разбить на s-2 не пересекающихся треугольников. Значит, если многоугольник, количество сторон которого равно s, можно разбить на s-2 треугольников, то сумма внутренних углов этого многоугольника будет равна s-2 умножить на 180 градусов. И это неплохой результат у нас с вами. Если, например, кто-то скажет вам что есть, что есть многоугольник, у которого 102 стороны, то есть S равно 102, то вы скажете, хорошо, сумма внутренних углов этого многоугольника будет равна 102 минус 2, то есть 100 умножить на 180. И это равно 180 и еще два нуля, то есть сумма внутренних углов многоугольника, у которого 102 стороны, равна 18 тысяч градусов. Ну что ж, вот и все. До встречи на следующем уроке.